Детство. Беззаботная, яркая и быстротечная пора. Наслаждаться праздником детства с удовольствием и в радость пришли мальчишки и девчонки, а также их родители. Для виновников торжества в парке культуры и отдыха в Щелкове организовали веселые развлечения для детей. Концерт, соревнования, активности, бесплатное мороженое и солнечно-теплая погода. Что еще нужно для радости детям? И, конечно, какой же праздник на свежем воздухе без рисунков на асфальте? Цветные мелки, отличное настроение и радость от ощущения праздника, который так важен, ведь дети дарят нам самые теплые и счастливые моменты.